Из-за введения карантина было ограничено проведение таких важных мероприятий, как прием граждан главой Славянского района. И вот, наконец, приемы возобновляются. На первом после карантина личном приеме побывала наша съемочная группа. Глава Славянского района Роман Синеговский и его заместители провели прием граждан, которые пришли в администрацию с надеждой на решение своих насущных проблем. Вопросов, ждущих своего решения, по-прежнему немало. Не всегда у граждан хватает возможностей самостоятельно справиться с трудностями. С чем обратились жители в этот раз? Основные темы – жилищно-коммунальное хозяйство, ремонт дорог, благоустройство дворов, многоквартирных домов, решение жилищных вопросов, медицинских работников, оказание материальной помощи в трудной жизненной ситуации. Все эти вопросы поставлены на контроль главы до полного их решения. Руководители отраслевых структур и специалисты муниципальных служб получили поручение по каждому из обращений граждан. Запись на личные приемы жителей главой Славянского района, его заместителями, руководителями структурных подразделений администрации осуществляется по телефону 4.11.12.